Всем привет, это краткий обзор нового станка G-Ray 2030. Здесь нас встречает панель управления контроллером M3, переключатель включения лазера, кнопка аварийной остановки и термометр. Внутри все просто, блок розжига с питанием и контроллер. Тут мы открываем крышку станка, и она у нас удобно остается наверху за счет специального держателя. Тут у нас двигатели 42 серии, удобная легкая голова с регулировкой фокусного расстояния прямо на ней. Рельсовая направляющая с специальным защитным корпусом. Если мы немножко отодвинемся, то можем поднять переднюю панель и увидеть, что тут у нас есть некое подобие сквозного стола, за счет которого можно подставить более длинный материал впереди. Но это не все, так как можно простым движением, даже одной рукой можно справиться, вытащить шатовый стол, и мы получим пространство для того, чтобы, например, отгравировать коробочку. С правой стороны у нас интерфейс подключения к компьютеру, интерфейс подключения к сети, заземления и розеточки. Слева у нас абсолютно пусто, а сзади мы наблюдаем вытяжку, подключение воздуха и воды, а также вентиляцию для охлаждения внутренности станка. Ну и, конечно же, трубка, зеркало и датчик протока. На этом все, а в другом видео покажем его в деле.